Региональный форум GBC Regions – государство, бизнес, граждане, регионы – очередная площадка для поиска более системных и конкретных решений в вопросах цифровизации и интернет-безопасности. Тема насущная в свете международных политических процессов. Каждый из присутствующих в этом зале осознает потенциал цифровых технологий, перспективность их применения во всех отраслях нашей жизни. Очень важно, считаю, более активное использование электронного правительства, поскольку оно повышает эффективность государственного управления и прозрачность государственных процедур. Первые шаги в этом направлении мы сделали. Бумажные документы, оборот и взаимодействие перевели в электронную форму. Организована выдача биометрических документов, но нужно идти дальше, чтобы быть готовыми к новой четвертой промышленной революции. Руководители государственных органов и организаций областного и районных исполнительных комитетов, представители IT-компаний, банков, бизнеса и учебных заведений. Сегодня представители всех этих сфер соприкасаются с интернет-безопасностью. Угроз немало, и важно уметь им противостоять. Кроме того, в целом участники форума уверены, без цифровой трансформации невозможно оставаться конкурентоспособным. Вопрос легкой промышленности, пищевой промышленности достаточно успешно в Брестской области решаются. А одни из передовых предприятий находятся в Брестской области. Вместе с тем, эта сфера тоже требует внедрения современных технологий, таких как точное земледелие, допустим, для сельского хозяйства, потому что пищевая промышленность, конечно же, без производства продуктов развиваться не может. Для легкой промышленности необходимо решение вопросов логистики, это цепочки поставок, сбыта как внутри страны, так и за пределами. Поэтому планируется ряд деловых переговоров на предмет того, какие решения можно применить в этих сферах. Сегодня мы, как деловая сеть, эту трансформацию для себя и для наших абонентов уже видим и делаем. То есть это не то, что день там вчерашний или сегодняшний. Мы, конечно, тоже хотим смотреть в будущее. И так как наш сегмент больше бизнес, то мы многие решения уже внедрили или внедряем те, о которых говорят сегодня на форуме. Соответственно, я вижу очень хороший инструмент рассказать о нововведениях, которые уже существуют, для того, чтобы людям, наверное, было более понятно, что не надо бояться технологий, что они не только написаны в книгах или на красивых презентациях, но они сегодня внедряются в жизнь, просто, может, не так широко еще представлены. Главным акцентом программы Брестского форума стало взаимодействие в рамках электронного документа оборота, в том числе в торговых отношениях между Республикой Беларусь и Российской Федерацией, а также цифровые решения в пищевой и легкой промышленности. Для Бреста эта тема была выбрана не случайно. Регион активно занимается выпуском конкурентоспособных продуктов питания, причем немалая доля в этих производствах отведена роботам и робототехнике. Это одно из важных требований, которые диктует время. Цифровизация в легкой промышленности за программными комплексами. Это существенно сказывается на скорости обработки учетной информации и, следовательно, на эффективности производств. По мнению председателя концерна «Беллегпром» Татьяны Лугиной, сегодня к этому перечню технологических тем нужно добавить и интернет-торговлю, как двигатель экономических процессов. Мы все сегодня понимаем, что интернет-торговля, маркетплейсы – это с каждым годом, и даже пандемия, может быть, скажем, более убедила наших, может быть, промышленников, что без этого вектора механизма продаж мы уже никуда не уйдем, и в перспективе, конечно же, только через эти механизмы, ну, наверное, в ближайшем будущем будет усиливаться продажа той или другой продукции. Стоит сказать, что брестская база разработчиков достаточно слаженная и многоуровневая. Немало новаций практических решений предлагают студенты и педагоги Брестского государственного технического университета. Перспективность предложений вуза поддерживается предприятиями. И так рождается безопасная и высокотехнологичная стратегия производств. Активно занимаются разработкой определенных систем, в том числе маркировки, наш технический университет, наш научно-технологический парк в Бресте. Поэтому сегодня вообще мы даже в рамках использования средств инновационного фонда подумали и приняли решение о том, чтобы, значит, определенные средства направить на создание отраслевой лаборатории, которая будет позволять сегодня делать оценку, анализ и вообще формировать библиотеку оборудования для маркировки. Ну а что касается возможностей технической разработки подходов, оптимальных подходов по организации процесса маркировки. Ну и кроме того, в рамках этого процесса с участием наших технического университета и нашего
значит, научно-технологического парка, многие предприятия пользуются возможностью вообще оптимизации отдельных элементов вообще технологических процессов, которые там на конвейере присутствуют. Организатором форума GBC Regions, представителем Национального центра обмена трафиком, Национального центра электронных услуг, белорусских облачных технологий, при поддержке оперативно-аналитического центра при президенте и Брестского облсполкома удалось сформировать полноценную дискуссионную площадку, где эффективный нетворкинг позволяет решать действительно важные и насущные вопросы. Формат такого диалога доказал свою результативность. А это значит, что общение в рамках форума GBC Regions продолжится.